Кто смеет бесконечно играть с темной магией? К счастью, вы победили демона. И теперь нас ждет новый противник. Кому не надо, я на распу могу. Танк. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Отойду на минутку, я все слышу. Хорошо. Не слушай. А вы и коню пойдете 25 или десятку? Мне корни кидать надо будет на кого-нибудь, нет? Все, поняла. Окей. Там про Геру спрашивают еще. Понял, понял. Вам сюда череп притянуть, а сам пойти рогу Не спи,
Одинаковые имена. Угу. Хорошо. Хардмода спрашивает, проклятие косноязычника могу или шипы уже поздно. Угу. Только повернуть? Или не надо повернуть? Бывает такое, то, что десятку пройти люди не могут, потом в 25-ку приходят, им намного проще. Конечно, в 25-ке ты можешь натупить, и за тебя 24 человека сделают. Да, да, да. А в десятке ты затупил, это пиздец. Это сразу, да. А то будет много ГП. Я так понимаю, сейчас ЕП не начинается, да? А вы что, уже всех убили? Я не две, три. Я понял, да, я так понимал сразу. Блин, мне бы это так на сове, блин.
топовый ролл. А Крестуха зачем такой? А я спрашиваю. Значит, там 800 косты, тебе тринька будет по КД висеть. В смысле, зачем? Если погоди. Там основной какая-то крипта. Я ее рулил, потому что я думал, там настакать надо. Понял? Типа по 114 косты до 8 раз. И она бы по КД туда висела, если так было. Если прожимать. Прожимать нахуй не надо, клан полный. Ты ему скажи хотя бы какую темную хуйню взять. Темную или цветную? Минус кардмат. Помянем. Валь проков. Слушай, а после ИК и Они есть желающие по РБК походить? Мне паладина приодеть чуть надо, пару шмоток выбить. Или нет желающих? У меня такая же история или нет? Там рыбу просит. Минус у меня инер. Мама. Пал. Эрить или не надо? Блять. Да бы Эрю не доставала.
Гада черная. Маны, залейте, пожалуйста. Честно, я вообще не понял, что на этих боссах делать. Я прям вообще... Ой-ой-ой, что, блядь, я за этим мечом ходил 6 нахуй ТД. Ты берешь, смотри, ты берешь, когда темную сферу, когда темную, ты бьешь светлую валькирию. Когда ты берешь светлый портал, ты бьешь темную валькирию. И вот, допустим, мы взяли черную и стали под белую. Если тебе аддон говорит смена цели, ты берешь белый портал и переключаешься другого босса просто. Ну проблема в том, то, что я танк. А танком ты я танк, не знаю. Ты танк, ты стоишь просто и держишь и все. Нет, ну та сферы какие-то ловить. Я видел то, что летали, ну какие сферы ловить спиной? Короче, если рейд стоит под темным, то можешь белое. Ага. Да, да, да. А. Не, он тоже мечется, что. Ну он один ролил. Ну я на скину ролил. Нет, я же забираю, мне не нужно лист 45-й амбар.
потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе... Сейчас в Троню пойдем, там еще 232 где-то, ну, в Лефа выпадет. Пуха. Кстати, я что хотел. Бой, могу я ретриком пойти вместо Лока на Лоню, если что? Просто мне на Лока не надо, мне, во-первых, там проход, во-вторых, может, если упадет что-то там на хипало или на ретрика. Я бы голову забрал Аннексию. Там, там три не на танк. Я не знаю. Просто когда у меня выпала голова Никси, смотрит, там три не на танка. Это как там? Защита и парирование. Согласен. Еще с Толгорода. Да. У меня она есть. Компас вообще жесткий. Там 18 тысяч урона блочит. А можно пока рассказываешь это, что в туалет было? Как-то нету. Не сфигара. Нет, ни разу не танчил. Не, я, у меня проходка есть, я с пугами ходила на той неделе. Да. У нас тогда дохиливал прист, я упала из-за жуков. Ретрик сменил ауру там на защиту. Лёд он уже поставил.
Так наоборот, защита от льда, чтобы меньше урона шла. Подаван, иди под морду, вставай. На сферу заводи. Беги, малышка, беги!
Можно пристабав снять, если... Не надо. Ай, что с микрофоном? Добро пожаловать на испытание крестоносца. Соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Ну, на скин только, если его. Ой. У меня его нет. Я пизделся, но завтра на их 25 чувствую, я залочусь, пиздец. Там ЦЦ уже 1200 голды дают, блядь.
для них с РБК пойдет кто-то, нет? Есть желающие вообще? Посмотрим. Под вопросом еще. А там я не локом, идут, все покупать не надо, типа там. Суки! Да тут зависит от того, не будет ли рубить меня и подавала, потому что у нас время 3:00 ночи пошел. Оба-на, а вы откуда? Дальний Восток, Владивосток. Я с Хабаровска. Здравствуйте. Сосед. Я, если что, вообще приехал во Владивосток с Сахалина, так что нормально. Я там вообще родом с Комсомольска, просто приехал в Хабаровск. Тоже, значит, рядом. Меня, кстати, кстати, рядом. В Москве, если что, приезжайте в гости. Где? В Москве? Ну, рядом живу, что. Недалеко, блин. Надо любителя платного СС погромче сделать, а то что-то вообще его не слышу. Сейчас звучало, как будто... Ладно, не буду. Не лезьте на те стены, сейчас побегут эти дебилы, блядь, до кончики. Подождите лучше Войда, мы его там где-то потеряли. Он там чай допивает свой. Вкусный. Мне бы налить его. Как вам хорошо спать, а мне еще 3 часа надо сидеть ждать, чтобы это... Я в командировку уезжаю в 6 утра. Помянем. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь. Да нормально, он сейчас под пиво до 6 утра меня умотает, я спать завожу. Слышь, ты шо? Че, я могу сейчас быстренько перезайти, а то у меня звук в игре пропал. Думаю, да. Что-то... Я вообще без звуков играю. Сработает? За мага был? Два танка же, да, или один? Подарок.
Как он держал этих мелких, большой тупо к нам зашел, ебать, и ебанул всем прям во всех кастах. Танк-то не знает, что делать. Ну а куда, где, отверну делать? Беги! Вам скажу, вот когда он взлетает, милики и танк, ты просто идешь к выходу, становишься, блядь, там, где сужение идет, и ждешь большого моба этого. И собираешь мелких драконов. И все милики смещаются туда. Это будет гораздо проще, чем сейчас кто-то ебала в центре была. Во-первых, мы от дыхания нам просим. Потому что я танк говорю, там его поймал. Не, не похуй, так проходит, ловят его, как бы там попроще. Давай так, на второй фазе, когда взлетка будет, я маленьких напулю на него. Так я вот так вот и стоял, как бы вот так вот. Он на меня смотрел. Ты говоришь, ты держал моба. Посмотри, от чего я умер. Я умер от обычного удара моба. От этого большого, которого ты якобы стоял там и держал. А у него клиф, понимаешь? У тебя ваншотнуть может 20 тысяч, только каст. Каста не было. Он просто тупо шел туда к драконам, и ему похуй было на всех, он пошел их просить. Он вот так вот шел, типа я его затаунтил, он сюда пришел, и он на него ЛПхи начал кидать. Вот здесь вот стоя.
И Проков упал сразу. Да, поднимаю. По-моему, дыхание лично такое. Поесть тебе чем? Так, ближе входу, вставай, я напулю на тебя дракончик. Силы отойдите оттуда. Вон он бежит. Он. Посмотри, где я стоял. Я с края. Посмотри, где я стоял. Если он по центру. У меня просто здесь зацепило. У входа, с левой стороны. И лови, они все там. Под страхом под голову забрался. Танк что повернул его. Всех достаю, бывает. Никаких. Да, дал. Графом пирата.
Подойди к выходу. Погоди, подойди к выходу, посмотри, где я умер. Просто. Ты говоришь по центру. Я умер не в центре, я умер под стенку стал. В том-то и дело. Я прям на него встану, чтобы поднять. Ебать, я купельная башка. Реально она там? Там кольцо. Шея 245. Танковская ДДшная и... Вот эту одну же, да, только можно носить? Ну да, давай. Сегодня день хантов. Все на ханта падает. И пути. Когда оно нахуй не надо. А, да не знаю. У меня кошка, второй спек. Давай мне, если никому не надо. Ну, может, пару какому-нибудь там еще.